С самого утра жильцы дома по улице Бородинская, 9 собрались у себя во дворе. Готовятся встречать спецкомиссию с КП «Основания». Жилищники должны провести техосмотр здания, передать многоэтажку на баланс ОСМД. Люди уверяют, специалисты приходят не в первый раз. Но технической документации у специалистов КП при себе нет. Жители просят предоставить все необходимые бумаги и только потом проводить проверку здания. На сегодняшний день провести осмотр дома нет технической возможности. Мы требуем одного. Прежде чем провести осмотр дома, должны проводить на основании какой-то документации. Визуально мы ничего не можем определить, что было, что есть. На сегодня этой документации нет. За помощью жильцы обратились к депутату горсовета. Как сказал сам председатель новосозданного ОСМД, эту комиссию вообще в департаменте не хотели создавать, с его слов. А предложили ему приехать в сам департамент ЖКХ и просто подписать акт о передаче этого дома. В свою очередь в основании говорят, все документы переданы в центральный офис. Сейчас идет подготовка бумаг, председатель ОСМД получит документы в момент передачи на баланс. Когда они будут сниматься с баланса, документы будут им передавать ГКП основания. Мы, участок и правобережное территориальное отделение, передаем только ключи от подвалов, от электрощитовых, от кровли. То есть на данный момент у нас технической документации на руках нет, потому что они создают ОСББ, и вся техническая документация готовится им для выдачи на руки после принятия решения. Провести проверку здания жилищникам так и не удалось. Говорят, когда комиссия приедет в следующий раз, КП основания не знают. В свою очередь жильцы уверяют, будут стоять на своем, пока не убедятся, что получат дом в технически исправном состоянии. Марьяна Сарапей, Сергей Регида, телеканал МТМ.